Джин глубоко задумался, держа в руках свой новый телефон. Для этого телефона нет чехла. Есть! Какой? Ранее Шуга говорил, что для него есть чехол. Но нет защитного стекла. Эта модель не очень красивая с чехлом. Я еще ничего не написал. Я просто подбираю пока. Это новый телефон. Как думаете, это будет хорошо видно, когда вы дадите нам наши телефоны? Посмотри на него, уверенно открывающего телефон боком. Вот так. Так кто самый знаменитый сейчас? Маркер высох. Маркер не пишет. Это не тот материал. Какой сюжетный поворот? Не может написать буквы так, как хочет. Я так много думал. Что мне теперь делать? Я чувствую, что должен написать свое имя. Нет. Нет, нет, нет. Успешно написал свое имя на кейсе Galaxy Buds, а не на телефоне. Вот маркер. Спасибо. Можно мне маркер? Где твоя коробка телефона? Где вы его купили? Джин. Смело. Тем не менее, Джин не может заставить тебя написать так на телефоне. Я попробовал на телефоне, но не получилось. Правда? Джан. Чунгук, не надо! Мой телефон! Джин пытается отомстить на косметичке Чунгука. Я Джей Кей. О, это сумка Чунгука? Джин, мне нравится Арджей. Твоя косметичка милая. Я Джей Кей. Здесь легче всего написать. Но в твоей сумке почти ничего нет. Нет, зубной пастой все идеально. Сумка большая, но... Где ты это взял? Я попросил. И я, мне тоже. Это духи? Что это за духи? Джан, это были BTS, весело проводящие время в комнате ожидания. Джан!